ставки на спорт. Один эксперт. Большие выигрыши. Один эксперт. Быстрые выплаты. Один эксперт. Надежный букмекер. Один эксперт. Один эксперт. Букмекерская компания. Благодаря тебе я сейчас затащу на трёши. Пау! Смотри. Что делать будем? Я сейчас Хога подкидываю быстренько. Оп. Как? Блять. Стоп, подожди, ты что такое? Нет, нет! Стой. Всем привет, дорогие друзья. Новый выпуск по Clash Royale. У нас сегодня новый батл с GHG. Суть сегодняшнего батла сейчас вам мы расскажем. Всем привет, ребят. Привет, Вань. В общем, короче, это наши твинки, мини-ГХГшка. И как тебя зовут? И мой твинк просто. Просто пукнул. В общем, больше всего у нас горит, когда мы играем с твинков. Поэтому да. Мы решили сделать так. Те, кому мы проигрывали, копируем их деки и батлимся между собой. То есть мы лузеры, мы им проиграли. Это битва лузеров. Да, за шкварными колодами, друзья. Значит, смотрите, я показываю, чтобы вы не думали, что я сам эти деки придумал. Вот первый игрок, которому я проиграл. Вот второй игрок, которому я проиграл. Вот сейчас вот тут где-то третий был. Сейчас. Вот третий. Вот эти все три колоды у меня составлены. Вроде так. Я скопировал, не знаю, у них вроде в профиле. Да, вот. Мои колоды будут сюрпризом для вас, зрителей, и для тебя, Ваня. Да, и кстати, у нас есть еще вторая часть этого батла, другими только колодами. Но эту часть вы сможете посмотреть по ссылочке в описании. И еще, ребята, если вам нравятся батлы и подобные видосы, давайте такие условия для вас сейчас сделаем. Вы подпишитесь на оба канала и наберем по 10 тысяч лайков на роликах. Набираем 10 тысяч лайков, и сразу выходит новый выпуск. 10 тысяч роликов. Ну, я представил. Я тебе кинул дружеский бой. Так, я готов. Ну чё, понеслась зашкварная колода мини-ГХГ. Поехали. Ну, держись. Держусь. Ну, смотри, у меня тут, смотри, что есть. Так. Ну, это меня пока не испугало меня. Так, давай, так. О, смотри, что у меня есть. Нет, только не... Да. Ну, слава богу, что не ракета. Так, ну пока давай. Пропускаю. Пропускаешь? Да пока непонятно, но давай, короче, этого... Блин! Так. Ладно. Так. Блин! Ты сейчас будешь удивлен моей колоде, но... Так. А зачем ты это делаешь? Так, сдохли. Мне вот интересно просто, как они себя чувствуют, когда играют этими колодами. Ну! Как не... А, не, смотри, нормально, урон-то прошел. Ну, небольшой. Но прошел же, это факт. Блин, я не знаю, как вот с этой его колодой вообще нужно играть. Ну ладно, смотри, я попробую вот так вот сделать сейчас. Оп. Так, что у тебя там, стрелы, фаер, нет? Ой, блин. Серьезно? Блин, у тебя нормально... Слушай, такое ощущение, что ты не ПВП-шится против меня, а в глобале, да, сейчас играешь? Слушай, у тебя со скольких кубков? У меня с около 4000, там, 3000. Да, это тоже 4000, не переживай, да? Все нормально, это колода двойного эликсира. Понятно. Блин, ну я на... Через зеркало. Да какого... А, я думаю, что так быстро ты до Хога? Че? Через что? Зеркало, у меня зеркало есть. Really? Блин, моя колода вообще твою деку должна... Ну, я не знаю, я бы бомбил, если бы играл с твоей декой против меня. Но я что-то не понимаю, что я не так делаю. Нужно... Блин, чтобы играть дебильными колодами, ну, надо... Надо быть дебилом. Да, поэтому... Ну, ладно, вообще так не надо делать, ну, я поставлю ее. А зачем? Ну, типа... Ну, вообще, пеку, по идее, никогда не сливают, пока танка не увидят. Ну, окей. Поехали. Я... Так, ну блин, у тебя... Я не знаю, как тебе об этом сказать. Чё у тебя там, фаербол? Нет. А, ну фаербол это я знаю, да. А подожди, стоп. Печка. В этой деке есть... Что? И зеркало. Это просто кошмар. Да ну. Урон-то проходит, а как мне... А нехилый урон-то прошел. А при чем тут нехилый? Я тебе вышку-то еще не снес, так... Не, ну вот... какая инферно с печкой, еще с зеркалом. А, на трешку, ну давай. Ой, еще инферно. Блин! Стой, подожди, а ты же сейчас так и выиграть можешь. Нет, вряд ли. Стоп. Не-не-не, подожди, вот тут сейчас гоблин... Пека, только не...
Подожди, давай, стой, Пека, стой, Пека, стой. Одно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну блин, ну я. Извини. Я думал, мы нормально поиграем нам. Ну, нет. Ой-ой-ой, что это за. Что это? Ой-о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 й. Так, смотри. Там он справа пиздюки. Так, это что? Это типа ты сейчас хочешь две инферны поставить? Я сейчас пытаюсь что-то вообще. Я не понимаю, как этой декой играть. Слушай, а моя дека начала тащить. Блин, я не знаю, кто автор этой деки, но, чувак, благодаря тебе я сейчас затащу на трёшеч... Пау! Перекал пекой, блядь. Короче, вот... логика твоей деки до хрена сплэш урона и ноль мозгов, я понял. Капец, реально. Короче, сам мне кидай, сейчас беру следующую колоду. Ребята, вторая колода. Вторая колода. Так, я надеюсь, я не сильно орал там в микрофон. Ой, вторая колода, больно, больно, ну, надо, что поделать, надо. Я готов, ты готов? Я готов. Ой. Ух ты, тут можно дружеский бой с тройным эликсиром. Ну это потом, значит, на следующий видос. Да. Слушай, я сейчас в лице изменился, потому что о чем я сейчас буду играть. Я тоже. Серьезно? Блин, слушай, ну все равно прикольно. Мне нравится. Прикольно, это какая-то наркомания была. Маг следом бомбер, у меня все карты дохнут от этого мага с бомбером. Да, но у тебя фаер, тебе надо было фаером убивать бомбера. Хотя, ты же а бы не... мага ты бы... Ну, да. Типа, она орду мух, печку уничтожает. Да, там фриз хорошо играл. Там фриз, да. Так, смотри. Что делать будем? Я сейчас хога подкидываю, быстренько. Оп. Как... Блять. Все нормально? Подожди, ты не менял колоду, ты этой же декой, что ли? Нет, у меня маг, у меня клон. Подожди, у тебя получается хок через зеркало и клон спел? Да, у меня еще есть одна карта, которую ты скоро увидишь. Может быть сегодня. А может не увидишь. А как тебе вот эта пощечина справа? Ну она у меня была слева, но сочетается, как бы, это было не очень красиво с твоей стороны. Ах, у тебя клон спел с этим? Кем? Ну, я не знаю, я только догадываюсь. Ну, в принципе, ты правильно думаешь. Я только предполагаю, я надеюсь, что я ошибаюсь. Очень буду на это надеяться. Так, зачем я отдаю тебе кабана, я не знаю, но... Что-то я испугался. А ты что, думаешь, за шкваром не хочешь еще раз элитных выпустить? Нет. Не знаю, что я их жду. Я не знаю, что сейчас... Не, я предполагаю, что в этот раз не такой номер не пройдет. Клон спел. Блин, мне так прикалывает это, когда люди берут клон спел колоду. Не, ну в нем же есть смысл. Не-не-не, стой. Опа. Ну да, там, ты так и понял, типа, под него клон. А-а-а, подожди, ну под него еще торнадо хорошо заходит. Есть у тебя чем проветривать? Конечно. Это же дека составлена очень умным человеком. Ой-ой-ой. Ты как моих элиток бессмертных-то так уничтожил? Стой! Да дайте мне стой. Блин, капец. А чё элитки? Они же долго живут, как они так сдохли моментально. Ребята, а вы говорите, элиток трудно контрить. Вы видели, что произошло только что? Так. Стой. Подожди, остановись, пожалуйста. Не, вот это мне уже не нравится. А как он тычку-то все равно сделал? Хок? Ну... Гигскелет там много урона-то не наносит. Так, а чё? Ай, я неправильно. Тихо. Блин, поздно. Сдохни, маг. Да, блин! А клон! Ой, как рано, ой, как рано. Клон! Тихо! Тихо! Подожди, стой! Пожалуйста. Отойди. Фух. Это было опасно. Ты больше такого не делай. Так. А зачем ты так поступаешь? Оп, как я тебя обманул? На секунду подумал, что ты гигскелета сейчас справа выпустишь. Я не понял, они под реджом. Блин, и что? Не, и шо дальше? Ты блин, скажи. у тебя клон спел. А, спел? Так, ребята. Тут... Подожди. Ты мне все время говоришь, чтобы я тебя подождал. Ну потому что ты спешишь, не надо спешить. Я не спешу, я просто отвечаю. Да блин, ну я только законтрил колдуна.
Короче. А что я делаю? Я что, только дефусь, что ли? Только не надо фризить, плиз. Да ну, нет, только нет. Ой-о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 й-
взорвалась, все логично. Она откидывает хим? Разве? Ну, теперь да. Так, блин, этот бой закон... Стоп, подожди, ты что такое? Блин, нет, стой, нет! Стой! Там нет! Два хога, подожди, там два хога. Как? Ты выиграл! Элитки отсосали у двух хогов. Капец, надо было... Боже, что? Давайте посмотрим. Боже, что это за колода? Ты говоришь, ты что, колоду не менял? За... Я этой колоде проиграл, чтоб ты понимал. 4 спела. Клон спел, фриз, зап, зеркало. Фух. Поехали, третья дека, ребята. Кидай. Слушай, я не думал, что это будет так весело. Мне понравилось. Я даже готов вторую часть по этим, по этой же теме замутить еще. Это прикольно. Ты сейчас увидишь эту колоду, вообще охренеешь. Не, у меня тут колода, ну, как бы, более-менее, но я тоже бомбил, когда я его просто... Я ему всего хорошего желал, что есть. Так, пока начало нормальное вроде. Бочка, мушкетер. Ну, что же еще там? Так, у меня еще тут лучницы есть. Давай элиток. Нет, обломись, у меня их нет. Что значит обломись? А что, ты их ждал? Да. Ну, а вот как тебе вот такая вот тема? А что это такое вообще? Это сторожевая башня. К чему она? Да зачем ты ищешь логику? Так, у меня еще есть вот... Вот еще одни мушкетеры, то есть. Так, потом. А, подожди, то есть тут 4 мушкетера? Да, но это еще не все. Я когда играл, я. Мне не нравится, как ты. Да-да-да, тебя сюрпризы как бы ждут. А, да? Я такой, ну, когда увидел полностью колоду, типа, окей, мушкетеры, все дела. Ну, когда в конце он еще что-то под... Я думал, все, это... А что там будет-то в конце? Ну, вот сейчас посмотрим. Так, надо двойной эликсир. Так, тут ты что понимал, лучницы, мушкетеры. Ну, подожди, все выглядит адекватно. Типа таран, ледяной голем. Я вот этого сейчас жду. Не, вроде бы тут все логично, но тут куча лишнего. Тут есть что-то очень лишнее. Да тут, ну, блин, много лишних карт. Так, надо как бы прокрутиться еще до одного сборщика. Я так понял, тебе нич... А, не, стоп. Ты сборщики... Как ты... Ай-я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 й. А, у тебя же... Опа! Опа. Блин, ставить еще поставлю. Ты слил фаер. Что? Как тебе это? Блин, я испугался. Чего? Ну, пека. Давай-ка прогуляемся. Подожди, а чё, ну... Подожди, ну гигант выглядит логично. Более-менее. Ну, это еще не все. Чё ты там? Ну. Сейчас. А чё их так много там? Ну, типа, давай, куда фаербол? Быстрее думай. Ладно, все, поехали. Что это такое? Подожди, а... Ну, три мушки... Что у тебя там? Да речи исчез. Как тебе колода? Она странная, мягко говоря. Ну, она хотя бы тут, ну, играть с ней можно. Не, ну, 4 мушкетера, это жесть. Я согласен. Ну, мне что-то в ней нравится. Прикольно. Тебе что-то в ней нравится? Ну, слушай... Сейчас еще шарик полетит, и мне жопа. Ну, то есть, тут есть байт на фаер очень, очень много, причем. Забайтил на фаер, мушкетера подкинул на ту сторону. Так, стоп. Вот это, конечно, вот... А ты в курсе, что мне нечем добивать вышку? Ну что, без заклинаний? Нету. У меня ж рейдж. Рейдж же не наносит урон. Серьезно? Так. Надо все сделать правильно. Ну, надо, да. Я понимаю, ты сейчас фаербол на правую сторону, да? Ну, я как-то вообще сейчас не думал о фаерболе. А, теперь... окей. Все, это победа, пацаны, все, давай. Победа, да.
Да блин, да, короче, мне надо было чаще бочку кидать, но я постоянно дефолт, да, да, не использовал фаербол. И фаербол. Там дека вообще жесть, да, я на нее посмотрю. Нет, дека реально жесть. И там только один рейдж. Там реально только один рейдж. Зачем тут башня? Тут дефа куча. Ну реально, три мушкетера, лучницы, мушкетер. Ну, дефа предостаточно. Атаковать тоже тут нормально, как бы. Ну, куча лишнего, рейдж лишний, башня-бомбежка лишняя. Ну, шарик тут вообще ни в какие ворота. Ну, ты этой деке проиграл. Я проиграл, да. Ух. Да. Друзья, в общем, как-то так. Первая серия на моем канале, вот она, да. Вторую вы увидите по ссылке в описании. Скажу честно, хоть это и, блин, какие-то непонятные зашкварные деки, но это что-то интересное. Блин, реально весело. Весело, да. Ну что, буду с вами прощаться. Переходите по ссылке в описании. Не знаю, какой вы там ролик первый смотрели, но обязательно чекайте. И условие, самое главное, подписка на канал, на колокольчик и 10 тысяч лайков. Все, ребят. Будем, да, прощаться. Все правильно. До новых встреч и всем пока. Всем пока.